Находитесь на канале Батины обзоры «Жизнь на колесах». Хочу показать вам очередной Vector Next в следующей комплектации. Так, давайте я вам покажу, сколько здесь пробег. Сейчас заведем ее. Так, значит, вот видим пробег 555 тысяч, 503 километра. Вот горит АБС. Больше тут ни хрена ничего не горит. Вот. Да, сегодня с утра котел прогревал. Работает вот в таком он режиме моргания. То есть у меня вообще он не показывает. Включили, лампочка не горит никак, не моргает, никак не горит. Печки салона. Это уже не работает никаким образом. Видите, она, оно не фиксируется никак. Это работает. Это не хочет. Потом зеркала. Подсветки нету. Антипробуксовочная система не фиксируется. Никак не фиксируется никаким образом. Так, ну а тут все то же самое, без изменения. Так, давайте посмотрим, как печки-то... Так, ну это не работает у нас. Не работает это. Должен работать левый ряд. Работает. Работает. Так, давайте сейчас в ускоренном. Дует, не работает, соответственно. Дует. Так, вот находочка. Рубль. Так, ну здесь все, сигнал без изменения. Аварийный выход тоже без изменения. Что спереди, что сзади. Так, тоже такая же диодная лента. Ну все, спасибо за просмотр. Комментируем, ставим лайки. Так, ну все, давайте прощаться.